Четвертый год подряд на базе Дома детского творчества города Каспийска летом функционирует досуговая площадка «Летние забавы». Провести каникулы с пользой может абсолютно любой ребенок от 5 до 18 лет. Хорошая возможность для детей познакомиться с педагогом, узнать об этом объединении получше и в сентябре месяце записаться уже весь год ходить на занятия. Вот. А для этого надо подать заявку в навигатор 05 «Дети», чтобы они могли записаться. Занятия для детей проходят утром с 10 до 12 часов по трем направлениям – социально-гуманитарное, техническое и художественное. У ребят есть возможность научиться танцам, вокалу, гимнастике, английскому, шитью и многому другому. Сегодня в кружке бисероплетения для девочек был проведен мастер-класс, приуроченный ко Дню России, где девочки плели фенечки, цвет которых символизирует флаг нашей страны. Флаг у нас какого цвета? Белый, синий, красный. Умнички. Значит, у нас, вот смотрите, бисер. Бусины, вернее, можно сделать, смотрите, белый, синий, красный, по три бусины, либо можно сделать белый, наоборот, белый, синий, красный, белый, синий, красный. Отметим, что педагоги ДДТ также проводят мастер-классы для детей в школьных лагерях. Ознакомиться с расписанием занятий можно на официальном сайте и телеграм-канале.